Эта резолюция утверждена Генштабом. Полковник, и снова Родина перед вами в большом долгу. Вы это что, серьезно? Из-за полковника мы чуть было не проиграли битву. И хорошо, что я успел вы подойти. Вы свободны, генерал. Да раскройте вы глаза, полковник подвел нас из-за нерешительности, едва не определивший исход боя. Вы свободны. Генерал Крюков слегка переоценивает свою значимость. Лучше бы ему помолчать. Сейчас, однако, перед нами стоит совсем другая проблема. По данным разведки, американцы приблизились к созданию нового сверхоружия. Полковник, познакомьтесь, доктор Зелинский. Самый великий ученый нашего времени. О, нет, был еще один, был лучше. Доктор, что вы расскажете об этом вашем оружии? О, ну, оно обладает просто невероятным разрушительным потенциалом. Но эти американцы, они... Спасибо, они... доктор. Полковник, вы должны выкрасть сверхоружие, пока союзники не применили его против нас. Даша снабдит вас всей информацией. Ну, нифига себе, блин. Короче, ребята, здорово всем. Вы на канале AS Game Street, с вами Рауль. Мы продолжаем проходить Command & Conquer Red Alert 3. У нас миссия Миксон. Искусство войны. Микосон. Или Миксон, или Микосон? Микосон. Миконас. Короче. Хорошо. Командир, я не понимаю, что происходит. Мы не знаем, что случилось с Черденко. Но мы коммунисты, а значит, должны сражаться, несмотря ни на что. До сих пор мы побеждали войска Альянса. Но теперь ситуация может измениться. На греческом острове Миконос ученые Альянса ведут разработки нового оружия. Не уверена, что понимаю, как оно работает, но знаю точно, что у врага его быть не должно. Угу, понятно. Союзников в данном районе. Выяснить расположение научного центра и захватить его. Доброй охоты. Угу. Так, Жанна у нас союзник. Но про нее мы читали тоже, да? Короче, погнали. Товарищ командир, не забудьте взять острова к востоку отсюда. Необходимо освоить расположенные на них месторождения. Ингибитор союзников не дает нам использовать весь наличный арсенал. Уничтожьте это устройство. Угу, то есть это некая глушилка, да, это была? Понятно, что-то похожее мы уже делали в других играх. В натуре, что случилось с Черденко, непонятно. Так, что это такое? Аэродром, да ладно. Давайте сразу намутим... Каратели, да, это штурмовой вертолет. Так. Товарищ командир, командование санкционировало применение карателей. Современных многоцелевых самолетов. То есть поставим куда-то стенку, да? Командир, вот мы и встретились с вами снова. Красивый остров. Будет жаль превращать его в выжженную пустыню. Давайте кран сделаем еще. Поставим кто-то сюда. Нам бы еще военный завод. Его у нас, к сожалению, нет. Есть верфь. Можно сделать. Где-то развернуть заставу. О, кого я здесь вижу? Товарищ. Теперь, когда я знаю, где вы сидите, пощады от меня. Вы не дождетесь ни за что. Да пошел ты, сделаем спутника. Так. Делаем. Отправьте карателей на их уничтожение. 4 акул. Каратель техосмотр прошел.
Как я понимаю, военный завод построить мы не можем. К какому-то большому сожалению. Так, спутник. Где у нас первая остановка? Давайте пошлем. Сюда, в принципе, я могу построить на территории союзника, что я спутника сделал. О, да. Поставим прямо сюда, вот так. Обогатитель. Эй, айда на берег. Давайте очень развернем. Куда мы направляемся? Спутника вот здесь. Здесь я чувствую себя как дома. Здесь территория врага. Где же можно развернуться-то, а? Давайте спутника куда-то вот сюда пошлем. Так. Пусть каратели идут сюда. Отлично. Уничтожим их не военный завод. Сделаем еще парочку карателей, сделаем еще две акулы и парочку скотов. И бомбим, короче, военный завод. Так, где мой спутник? Русские не сдаются. Что-то я не понял вообще. Подожди. Комбайн, но что-то я не понял. Что-то я не понял, ребята. Ладно, фиксим, давайте сделаем. После акулы еще одного спутника. Вас я пошлю, ребята, на ремонт сюда обратно. Так, акулы. Пусть выдвинутся куда-то сюда. Что там по заданию у нас было? Захватите острова, уничтожьте ингибитор. Понятно. Мне бы побольше ресурсов, опять же. Казарму тоже. То есть эту миссию мы будем с военно-морским флотом и воздушными силами проходить. То есть построить военный завод и пехоту мы не можем. Так. Пусть акулы мои стоят здесь. Ингибитор мешает нам задействовать лучшие боевые части. Предлагаю его уничтожить. Готовы. А то есть из-за ингибитора мы не можем строиться нормально. На союзника напали. Что тут такое? Как же я люблю этих акул. Да. Так, все, спутник, иди сюда. Каратель опять отправлю сюда. Что за метка здесь стоит, я не понимаю просто. Эй. Давай разворачивайся здесь. Где-то. Сделаем обогатитель. Энергостанцию еще на всякий пожарный поставлю. Сюда куда-то. С
успели повредить, блин. Мой верф. Ладно, сделаем парочку скотов. Обнаружен противник. Не посрамим, с какого же хрена, а? Ладно, подожди. Давайте-ка сделаю я по-быстрому накатку одну. Здесь эта фигня стреляет в воздух, нет? По-моему, нет, они не умеют стрелять в воздух. Это прикольно. Так что я делаю больше упор карателям. Эти каратели, у них еще, по-моему, можно пехоту сажать. Так, хорошо. Делаем еще один вельф, то есть спутник. Вельф, тоже сказал. Акулы. Пусть три стоят вот здесь, а другие трое пусть стоят вот здесь где-то. Контролируют море. Еще парочку карателей и, в принципе, все можно сделать. Обогатитель. Так, сначала спутник отправляю вот сюда. Установим здесь советский порядок. О да, советский родненький порядок, да? Так, я сейчас поддам подкрепление. Какого хрена, а? Надоели же. Пидорас. Я офигеваю. Ладно, еще одного спутника. Твою мать, ну блин, что за вы за тупицы такие? У вас что, автоматические обороны нету, что ли, блин? Или нужно им приказывать, блин? Ну где это? Ну, в принципе, у них встает охранная тактика, что там, блядь? Задолбали же. Уничтожьте его, сука. Да ладно, блин, союзник уже поставил себе обогатитель здесь. Ладно. Надеюсь, все здесь верные присяги. Я всегда на страже
А здесь еще у меня должны быть вертушки. Каратель на связи. Карателя. Погнали сюда. К работе готов. Давайте еще. Ой, бля. Убивайте, убивайте этих, блин, пехотинцев, чертой бабушки. Давай, давай, добивай его. Давайте разбомбим их на постройки, чтобы они могли строиться, их на сборочный цех. Всякое говно. Так. Магнитная буря. Если пока что не нужно. Делаем, делаем воздушную армию. Акул. Спутник. В принципе, не вижу надобности какой-то, но, блядь! Твою мать, ну вот твою натуре мать. Ну что мне делать-то, блять, сука. Ну ладно, идите, блин. Ни хрена, блин, здесь нужно какой-то воинский контингент держать для нормальной обороны. Да ладно, разбомбили, ну. Слов нет больше. Уничтожьте этот авианосец. Ну, слов нет больше. Добивайся. Я всегда на Ингибитор союзников уничтожен. Вы снова можете использовать все возможные технологии. Понятно. Давайте сделаем огнеметную точку. Хотя хрен ты где сделаешь сейчас. Бабок тоже нет. Так, этих ребят я отправлю сюда. Мои акулы тоже какие-то тупые, честно говоря. А чё там? Пипец, блин. Обогатитель снова. Так, ребят, ну добивайте их базу. Давайте присоединяйтесь. Долбанный авианосец здесь. Так. Вместе вы всей грозной сила. Уничтожьте. Еще обогатить и сделать. Занять это место тоже нужно. Так. Спутник. Ситуация под контролем. Вот они.
потихоньку уничтожаем. Пока что сюда очередное нападение не сделали. Можно уже, в принципе, другие штуки делать, но не знаю, блин. Надо как-то наладить ресурсами дело. Ну что там, спутник готовый меня? Так, акулы готовы. Акулы готовы, отправляю их сюда куда-то. Влияние Альянс уже ослабевает. Их не заставы уничтожены все. Остается только... О, спутник вышел, развернем его здесь. Блять, потопите этот авианосец уже. Красавцы. Вертушки пусть сюда снова. Ну чё, где мой спутник-то? Я офигеваю постоянно, следи за ним. Вы чё, опять уничтожили, что ли? Или он здесь? А, вот он здесь, блин, а я... Уже хотел поддаться паникерству. Делаем еще парочку акул. Скотов можно сделать. Скотин. Так, разверну-ка я. Не знаю даже. Вот здесь. Построим огневую точку. Так, каратель пусть делается опять. Акулы. Надо уже начать построить казарму. Сюда поставить, сюда тоже уже не поставишь, блин. Так что остается только вот эта застава. Давайте пойдем уже на атаку. Бомбим их не стройки. Акулы можно призвать сюда куда-то. Ладно, на этот раз ваша взяла, но в конце концов победа будет наша. Давайте, ребята, снесите все к черту бабушке. Я надеюсь, что вы успеете это сделать. Сначала их не ПВО нужно уничтожить, чтобы они не мешали, но... Акулы дотянут вообще? Нет, акулы просто стоят на стороже. Ладно, фиг с ними. Каратель мне по-быстрому сейчас сделается. Тихо. Акулы просто стоят. Ну, ладно. Возьмем морскую блокаду, это место. В принципе, больше от них угрозы никакой не исходит. Что? Что тут такое? Правда, это пушка бьет, блин. Сволочь.
Ничего. Можно сказать, что всю эту миссию мы прошли только авиацией. Сюда. Скоты. Скотины. Установим здесь. Давай-ка, каратели. Нравятся эти скоты, они амфибии, блин. Все? Просто я не могу из-за чего-то атаковать эту фигнюшку. Так, приказ коллеги выслать военных инженеров на захват научного центра союзников. Ай, бля. Ладно. Окей. Нужно сделать инженера. Так. Нужно сделать военный завод. Нет, не военный завод, пардон. Надо сделать Голиафа. Прекратить производство самолетов. Ну, тупо отправлю сюда воинский контингент. Пусть стоит здесь. Так, Голиаф. Пусть возьмет инженера здесь. В принципе, данное задание легче дается, чем прошлое. Блин. Или я уже начинаю. Привыкать. В принципе, так и есть. Игра, это уже знаешь все. Привыкаешь к системе там. Военный инженер готов действовать. Ну, если даже эта серия... Кумнэ Кунгур, она, блин, колоссально отличается от Тибериевой саги там. Блин, я не удивлюсь, если надо будет это место оборонять, так что продолжим, блин, делать карателей. Не знаю, сделаем спутника, может здесь развернем базу себе. Так, 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 так. Сразу построим. Военные заводы поставим сюда куда-то. Блин, на инженера. Ты типа такой умный, да захватишь, да ты, блядь. Мы славно провели время, верно? Кто-то из нас, инженеров, должен попасть в эту лабораторию. Типа я не мог, да захватить, блин. Союзник за меня захватил, блин. Я хотел сделать оборону сначала. А я так и знал. Не тупой был, блин. В натуре я не тупой, блин. Все, накатка есть. Обеспечьте оборону лаборатории. Не дайте силам Альянса захватить ее. Что там? Спутник пусть идет сюда. Все силы кидаем туда. Сделаем скотов. Все сразу идут туда. Потом что? Потом, в принципе, ничего. Остается ожидать и оборонять. У нас 7 минут. Что там по спецспособностям? Давайте возьмем падение. Спутника. Мощная,
сделаем истребитель МиГ. Так, ну что? Мой спутник не дошел сюда. Какой-то он медленный вообще. Вы решили, что я остался, верно? Ха, ну уж нет. Я пришел за вами. Да не пошел бы ты в задницу. Я одно не понимаю. Где мой спутник? А, вот он. Разворачивайся, что ты. Сразу сделаем огневую точку. Сначала военный завод. Магнитная буря. А нифига она не сделала. Давайте-ка падение спутника отправлю сюда. Хера себе. Готовимся к бою. Что там, каратели потом? Давайте, не знаю, у вас что, бомбить воздух не можете, что ли? То есть надземные объекты. Ребята. Русские не сдаются. Держите объект, блин. Тут очень хорошо все просрем, к чертой бабушке. Идет передача данных. Ребята, что там у вас за шум? Фатичество. Блять, мы проигрываем. Слушай, одним словом, они уже, блин, здесь. А наших войск здесь нет. Да ладно, сейчас они захватят. Ну, вы долбоёбы все, одним словом. Долбоёбы! Ай, бля... С тобой, бля. Обеспечьте оборону лаборатории. Не дайте силам Альянса захватить ее. Да пошел ты нахер вообще, долбоебка. Ай, бля. Так, ладно. Скотов сделаем, отправим туда. Нормально просто денег, притока бабла нету, блин, вообще. Может, первыми пойти на атаку, что ли? Даже не знаю. Давайте пойдем на атаку первыми. В
вы решили, что я сдался, верно? Ха, ну уж нет. Я пришел за вами. Тоже мы их не объекты первые. Аэродромы. Надо было так сразу сделать, блин. Оставить без их без вообще без всего. Уничтожайте, уничтожайте, блин. Ну, ребята, хотя бы оборону сделайте, блин. Ракетчики, блин. Ну, в принципе, у них больше ничего нету, да? Надо было так сразу сделать, блин. Я просто туплю. Хочу оставить без энергии? Интересно, смогу ли я это сделать? Так. Каратель на связи. Вот они. Вон там еще один. Ну все, в принципе, победа у нас в кармане. Акулы только эффективны на море, блин. Больше нигде. И дайте угадаю, энергия у них не вырубилась, да? Или вырубилась, блин. Ладно. Возвращаемся сюда. К нашим. И дождемся завершения задания. Хотелось сначала здесь построиться, выставить пушки, максимально закрепиться. Ну, знаете, да, мою тактику по другим подобным играм. Но наш союзник оказался, блин, нетерпеливее. Ладно. Давайте сюда спутник направим. Отлично. Пылесос, блин. Гигантский. Всем от добычи здесь вообще нулевая, честно говоря.
Ну ладно, давайте возьму группу захвата и пойдем добьем других постройки. Ну все же. Виктория уже. О, да. Сейчас прикиньте, еще какое-то задание подкинут, блин, вообще капец. Выигрывать оно всегда приятнее, не так ли? Ха, а неважно. Вряд ли вы поймете, что же со всем этим делать. Это, знаете, как, типа, не знаю, как дети какие-то, блин, кидают слова, блин. Типа, ты не умник, все такое. Да пошел ты к черту бабушке вообще. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось. Если это, то ставьте обязательно пальцы вверх. Пишите комментарии. А с вами был Рауль Бубуль на канале S Game Street. Всем удачи, всем пока-пока, товарищи.